Берешь жидкость, берешь белило, делаешь вязкий замес. Не мокрый замес белил, а вязкий. Хорошо? Берешь голубенький, розовенький. Создаем фоновое пятно, плюс коричневый. Появится грязноватый цвет, не белый. Не белый и грязноватый. Вот этим цветом штриховательно вязкую сметану краски наносим на холст. Хорошо? Давай. Возьмем пока те же цветики, что мы использовали. И рисунок головы наметим без этих нарочитых красных пятен. Пока мы еще не видим рисунка точного, не будем использовать нарядный красный, иначе он может полезть в фоновое пятно и начнутся проблемы. Подбородок уселся к самой линии. Покажешь это. Всегда работаешь с учетом рамы. То есть 0,7 съезд рама. Губы можно усадить к подбородку смайликом. Вот таким смайличком для начала. Нос усадить к губам. А вот с глазами, глаза внятно выше середины, но стремятся к середине. Примерную линию глаз наберешь. Потом чуть-чуть наметишь основные веки рисунка здесь. Хорошо? Давай. Возьмем красноватый. Сейчас уже в дороге будем разбираться. Красноватый. И вот такими мозаичными укладками начнем набирать красный темный каркас рисунка. У нас же все уже видно, поэтому вполне можем себе позволить. Красный темный каркас рисунка. Смотри, вот я где встречаю красное пятнышко, там и кладу. Так особо не утруждаясь в рассуждениях. Потом начнешь докладывать уже и другие цветики. Например, белый. Который часто немножко подпачкан у него. То есть не чисто белый. И белый начнешь подпачкивать полутонами. И все мозаично. Давай. Так. Постарайся, чтобы мазочки, которые ты кладешь, не были полосатыми. Они совершенно напрасно так полосаты. Да. Всю полосатость упразднить. Мои мазочки полосатыми не были. Поэтому упраздни сначала саму полосатость, чтобы голова приобрела наклон. Птичка носа дает уклон головы, правда? Итак, мазочки перестают полосатиться.
Губы тоже. Если ты сделаешь вот такой уклон, голова наклоняется. Голову в нашем случае еще наклоняет вот эта скула. То есть, если мы будем точны в том, что мы видим, то, по идее, все состоится, и мы получим вот это настроение портрета. Ладно? Значит, смотри, вместо вот этой ряби бессмысленной, мозаика. Мозаика, у которой не полосатится мазок. Прямо смотри, отделенность светлого от темного. Все-таки мозаика. Светлое отделилось от темного. Внутри светлого еще более светлый мазок. Один такой, другой с холодненькой. Но это все рамки светлого, да? Также и с той стороны. Вот светлое пятно. Сначала его, потом внутри него содержание. Здесь розоватость, дальше желтоватость. Согласна? Ну и какой там холесенький. Вот из таких вот рубленных мазочков и составить, если что, вот так его формируешь. Я все время посматриваю, с какой траектории запустить мазок, да? То есть нет у меня одного движения руки. Все время то так, то сяк, то бряк. Подняла один цвет и сразу раскидала его там, сям, брям. Угол уклона головы показывают и уши, то, что они внятно, очень внятно выше линии носа. Тоже они это показывают.
если что, и фоновым пятном пользуемся. Вот, пока у меня светлый в руках, смотри, я и сюда его немножко отправляю, и сюда. Просто светлый, я не ищу сразу оттенок. Потом я еще посмотрю, класть этот оттенок или нет. Вот, допустим, розовый замешиваю. Сейчас посмотрю, где его раскидать. Вот сюда я его планировал кинуть, но он еще может быть вот здесь. Где-нибудь вот здесь. Мощный розовый оттенок вот здесь. Понимаешь? Ну, это у него. Но, опять же, ты могла бы и этот произвол творить и сама. То есть перед тобой изображение, которое можно упаковать произвольной мозаикой. То есть подразумевая свет, тень разными тоновыми и цветовыми решениями. Козяви стало движение. Мозаичка. Мозаичка. То есть это лоскут, а не... Да-да-да. То есть даже маленькие прикосновения должны напоминать осколки мозаичной этой. Жирно, да. Там, где нужно обострить, да. А вот, скажем, здесь ни к чему обострять, поэтому. То есть пусть это обязательно будет камушек мозаичный по своей затее. То есть даже в этих вот деталечках мелких все равно идея камушка. Женщины в своем рисовании глаз вечно собирают здесь в мощные.
Какой глаз стал. Ядовитенький, остренький, пронзительный точно. А этот мутноватый. Ты видишь, как, если mm-hmm. что, ремонт. Ну, с лобом тоже какая-то незадача, ну, какой-то, какой-то странный. Слишком плоский, понимаешь? Ну, здесь волос такой. Нет. Но... На лбу тоже, как и в других местах, есть мощный освещенный кусок, который никак не выражен. Поэтому и нет его архитектуры. Мощный освещенный кусок. Ну да, плоское. Да. Угу. Почти тупенькое плоское пятно. Прикольный, да? Что-то? Ушел. Ну, чуть-чуть посрисовывать пятна. Посрисовывать пятна. Он, видишь, где-то создает напряжение вещества. А где-то такое достаточно пустое пятно. А то, что это напряжение лица, это нормально? Да, 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 да. Ну, по-своему эмоциональную завязку дает. У нас же здесь немножко игра без правил. Ну, да. Портрет такой бесправильный. Давай. А, да. Круто. О. Она как-то пространство сразу оформила, да? Капли здесь, пространство там. Ты знаешь, она у него спокойная, нет той динамики, которая есть у нас. У нас лицо дерзкое такое, требовательное. Там, ну, вот, рожица. А здесь такой белый.
Есть. В нашем портрете больше есть. Жизни. Да, он такой живой. Тем более, что сюда свет распространяется.